Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю распаковку вот такой пони Мисс Памел. Это я из фирмы My Little Pony. Вот такая Мисс Памел с аксессуарами, как вы видите. Тут написано 3+. Серию, к сожалению, я пока еще не узнала. Но когда узнаю, я вам напишу в комментариях под этим видео. Так, еще у нас тут есть вот такой пакетик. 24-я серия. Вот такой пакетик. Тоже My Little Pony. Давайте начнем с вот этой пони. Так. Сейчас. Так, вот наша Памел. Сейчас мы достанем. О, вот ее юбочка такая вот. Красивая. Так, вот наша Памел пони. Вот у нее вот еще есть такая вот сумочка. Ну, как две сумочки. Юбочка. Вот это аксессуары. Вот это она сама. Вот у нее ножки двигаются. Вот так вот сгинаются. Вот так вот. Всем привет. Вот так вот. Можно ее то есть двигать. Может она вот так вот лежать. Вот ее кьюти-марка. На этой стороне ее нет. Такие волосы красивые. Так, давайте пока ее отложим в сторону и откроем пакетик. Ой, а мы тут забыли еще вот такой прекрасный гардероб. Вау, и нам попалась вот такая пони. Сейчас мы узнаем, кто это. Ее зовут Саслэш. Вот такая вот пони. Она Пегас у нас. Вот ее отметочка. Сейчас посмотрим, где она у нас в коллекции. Так. Вот она у нас. Вот. Вон она голубенькая у нас такая. Ну, как такая какая-то голубая. Изумрудная. Вот такая какая-то у нас. Это у нас Пегас. Вот у нее тут две такие желтые молнии красивые. У нее оранжевые глазки. Это вся коллекция. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.